Похоже, это древняя эльфская пристань. Должно быть, так они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Да, ты чё стоишь-то? Идём. Так, грибы, шибальцы. Обычный предмет. Так, что делать-то мы с вами будем? Осторожно. Эти маслянистые желтые испарения ядовиты. Я знаю, не надо меня учить. Лисий строчок я узнаю. Весемир рассказывал, что когда научился накладывать игни, пошел тренироваться на этих грибах. Ха-ха, скверная идея. И как? Ну как, выжил. На молодых ведьмаках раны заживают быстро. Пойдем. Может, я зря это сделал? Так. Ну, слушайте, мы, блин, с магичкой вообще быстренько ее убиваем. Ага, замечательно. Новая статья. Призрак. На ощупь исследовать руины. Ого, она. Да что такое, опять что ли напало? Ты пожалеешь. Да, ладно. Погоди, может ее не надо трогать? Слышишь? Так, все, погнали. Да ни хрена она! Что это такое еще? Значит, мы идем правильно. А, да, вот видите. Мне проще уже от них убегать, я не знаю, ребят. Мне тут убегать уже придется. Конечно, я ее не задел. Вы че, чтоб я ее задел? А что, простите, на хардкорном творится? Там вообще что ли? Невозможно будет играть. Вы посмотрите, я и то не могу ее убить. Вроде серебряный меч, да, все так как надо. Ну, единственное, у нас доспехи, может, да, не к черту. Уж так. Ну, жалко, что так происходит. Мне вообще это не в кайф даже играть. Во втором Ведьмаке хотя бы... Ну, хоть как-то я мог сражаться. Так, вон этот... Смотри! Уровень 4. Он наконец-то. Очень похож на тот столб с проекцией. Четвертый уровень, ребят. Поздравляем, так сказать. Но, смотрите, давайте-ка что-нибудь другое лучше. Качнем. Солнце и звезды. Днем вне боя здоровье восстановится на... О, ночью. Бля, чё ж я сразу-то не прокачивал это, а? Арбалеты на 25 больше урона. Твою дивизию. Вот где надо все прокачивать. О, тяжелых очков на 5. Увеличивают выработку адреналина на 5%. Так. Что бы сейчас пригодилось? Конечно же, лучше вот это. Так, я купить. Так, да, купить я. Есть. Замечательно. Вот мы купили с вами. Дальнобойный арт. Пока поставим, что ли. Да. Потом купим еще орлиный глаз обязательно. И вот это еще. Так что все хорошо будет, ребят. Не переживайте. Сколько у меня хп? Вы посмотрите. Я не могу. А во, ни хрена себе. Не Форда Солешер Эн. Израиль. Не Форда Солешер Эн. Аймсили Кельпи. Кельпи? Это какой-то морской монстр? Нет, так Цири назвала свою кобылу. Она и правда могла скакать, как демон. Хм, хорошее имя для лошади. Так что, попробуем найти? На ощупь.
Гвеллаглан! Очевидный выбор не всегда лучший. Так вон кобыла. Но это же очевидный путь. Рисунок лошади. Наверное, подсказка для Цири. Интересно, что это означает? Какое ощущение, что... Да, я понял. Я все понял. Ну-ка. Кельпи. Еще лошадь, почти такая же. Посмотрим. Кира, не знаю, что ты сделал, но все получилось. Возвращайся. Ага, вот как. Смотри, они открываются. Да ёб твою, потратил ХП. Ну-ка, как восстанавливается, а, здоровье? А, смотрите, и вправду восстанавливается потихонечку. Да, слушайте, неплохо. Так, надо еще поискать что-нибудь. Что прервало телепортацию? Этот телепорт. Ах, вот почему я приземлился в гнезде утопцев. Радуйся, что ты вообще вышел из него живым. А потом все удивляются, почему я не люблю телепортов. Попробуем его активировать. Ну, давай. Ну, тут как бы грибки и все... А, во. Кажется, это ласточка. Идем. Думаешь, это безопасно? Так легко. Конечно. Сейчас мы проверим твое, конечно. Ужасно. Ой, бля, я вижу, это что там. Похоже на затишье перед бурей. Там же этот, как его? Голем, да. Хотел заранее сказать, но... Не нравится мне это. Зираэль, бля. Уничтожить посторонних. 24! Сдохни! Ты что, надо мной? Один! 12! О, другое дело, 27. Это я... Блин, големы здесь не изменились, такие же уроды. Так, ну давайте, ребят, в общем, я изучил, так сказать, досконально, как его мочить. Я вырежу полюбасу, просто я 30 минут его пробовал мочить, и так, и сяк. Короче, как действуем? Ставим Ирден и бьем мечом прямо сзади по спинке. Не нравится мне это. Зираэль не опорит. Как ты меня заколебал, а? Черт возьми, во втором Ведьмаке спокойно можно было договориться с големами. Что здесь-то творится? Что? Короче, смотрите, по спиночке его раз охобячили. Конечно, чуть пизды не получили. О! Наконец-то критический урон пошел. Короче, она, магичка, на самом деле нам очень помогает в плане не урона, а именно отвлеканий. Ты, блядь, под удар-то нахуй! Замечательно. Магичечка я добавлю. Опа! И, конечно, он на меня! Молодец! Герой! О-о-о! Вот это вообще, вот это шикарная атака! Но... Блядь, только пизды огреб! Нахуй, блядь! Подходи! Нет, короче, так он будет долго умирать. А, давайте еще Игни. Вот, видели, как он пошел, да? Разогнался. Отходим. Что-то я не знаю, что произошло даже. 24 урона!
Очуменно просто. Очуменно. Очуменно. Сказал бы я вам. Так, что это мы такие злые, а? Конечно, получил. Плевать, конечно. Он даже меня не задел. Получил урон. Нет, этим просто бесполезно, Ардан. Так, давай. Раз. Попробуем Ардан. Ага, конечно, хера. О, правильно, это уже на моем ты лексиконе говоришь, Геральт. Блин, тихо. Это, знаете, он такую ловушку делает. Вроде как сминается, да? На самом деле крыса готовится к удару. Я уже его досконально изучил. Видели? А, нет. Не-не-не, он не провел, так сказать, атаку свою главную. Так. Критический, замечательно. Критический. По спинке-то, по спинке. Ни хрена. Урон-то! Это что такое? Так, ребят, новые поправки, походу. Недосконально я его изучил. Это что, он как-то каким-то макаром сейчас нам нанес так? Это хрен просышь. О, убил. Так, осторожнее он. Так, все хорошо? Ну вот и все. Это я все? Знала, что мы справимся. Минут 30 я с ним, так сказать, возился. Не стоит пренебрегать моей интуицией, видимо. Так. Например, в твоем... Я не понял. Тысяча опыт? В отношении у меня очень хорошие предчувствия. Во многих смыслах. Какого хера? Я не понял. Так... Мне ничего не дали за него? Что за хуйня? Что это такое? Даже мертвый, то он меня атакует. Сейчас бы в горячую ванну. Да, ребят, короче, после этого задания... Нет, это вам надо пройти, вам надо испытать эту просто адскую боль. Это просто невозможно, я не знаю. Я уже готов разорвать эту игрушку на тысячу чертей. Ужас. Погодите, продолжая смотреть руин, следую за символом ласточки. Ага. То есть... Я очень надеюсь, что мы в правильном направлении идем. Иначе я просто... Блядь, туда пошел! Так сказать, просто нарезал круг. Да, ну вон, видите же. Он же что он охранял? А я назад как дурак пошел. Типа, вот мы же главную цель победили. Ни хрена. А что ты сделаешь, когда наконец найдешь Цири? У тебя есть какой-нибудь план? Все зависит от нее. А ты представлял себе, как это будет? Что она скажет? Как она тебя... Там видит? Еще враг! Нет. Прости, меня занесло. Я иногда забываю... Что мы не настолько близко знакомы, чтобы разговаривать о личном. Не огорчайся, я даже не хочу знать, что там. Там телепорт. Надо активировать его побыстрее. У меня такое ощущение, что... Еще ласточка. О, получилось! Идем. Так, ладно, идем, потому что я туда не хочу идти. Видели, да, сколько там этих муделей? О, мы на другой стороне моста. Здесь и была дикая охота. Отлично. Значит, сейчас они далеко впереди. Пойдем. Это дело рук дикой охоты. Ёб твою мать! Они уничтожили стражу-чародея. Значит, они сюда не в гости приходили. А ты сомневалась?
Только не говорите, что они растают именно для нас сейчас. Охренеть, вы посмотрите, они их просто замораживают и их все. Их заморозили, они сделать ничего не успели. Охренеть. Извиняюсь за сопли, конечно, сейчас. Ой, хорошо. Шарап! Эссей Исе. Товар Дойне. Милин Ихамар. Рен! Что ж они так ищут-то ее? Я не понимаю. И как мы... О, я представляю этот бой! О, вот это бой, вот это бой! А, да мы даже не с ним будем драться. Что это? Белый ход. Его вызвал чародей Дикой Охоты. Ты сумеешь закрыть щели, из которых он выходит? Слишком далеко. К ним сначала подойти надо. Попробуй вызвать Бурун, Деметий и Крест. Держись ближе. Господи, если мы с Трис пошли, так да, другое дело. Думала. А то Сет и какой-то... И это шестой уровень. Я тогда не знаю. Вот это 10-й, 16-й. Как туда идти? Я не представляю просто. А у нас 4-й уровень. Так, теперь я, в принципе, понял, блядь! Нет уж, давайте сдохнем. Я теперь понял, для чего это защита. Конечно, я мудил, я вперед пошел. Арт, да, пусть арт будет. Держись поближе. Может, напасть на лице. Так, блок, как делать блок? Я уже даже забыл. Клониться, наложить знак. Слушайте, я да... Ебать, я уже даже... Их нужно закрыть. Да я... Не сходить. Я сама, прикрывай меня! Вот блок. Да, в принципе, как я и думал. Ага, вот так вот. Он даже нас оглушил, прикиньте, хоть я... Да, это не особо их оглушает, конечно. Игни больше мне по душе. Так, поврежденный предмет. Один из ваших предметов поврежден, почините его. Что? Как поврежден? Смотрите, что у меня с мечом-то, а? Хватит, там жена обкует. Мне, знаете, прям все как назло, а? Вы не представляете, какие у меня сейчас... нервы. Готов просто убить тут каждого. Чёрт! Да сдохни! Жду тебя сюда. Чёрт! А, ну, он нас не задел, но все равно руганулся я правильно. Начинаю думать, что может все не так плохо. Да! Нам еще два их надо обезвредить. Идемте. Черт возьми, блин. Да лучше бы поближе ты подошла. Нет, не хочу подходить поближе. Хочу подальше. Типа не задевали. На самом деле все по-другому. Мамау, дверь-то открыта, мамау. Что ты там говоришь мне? Я постоянно закрываю, чтобы вы не слышали, как там в сортире эти братишки маленькие роются. С этими мокренькими носиками. Девки, блин, все равно умудряются попасть, так сказать, в прохождение, чтоб слышно было. Молодец, Геральт, Буран, попадаешь.
там буранчик. Ой, блядь, как хорошо там. Кошечки-то вообще уходит глаз за глазом, раз за разом. Хоть они не на меня вроде как нападают, а на нее. Ага, конечно, всегда. Да, что-то хп у нас-то не очень много. Остался последний. Угу. Задание дополнено. Угу, пойдем. Молодец, идиот, 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 продолжай. Хоть бы из них что-нибудь-то нормально выпало бы. Даже сырое мясо я уже готов грызть. Не уверен, что мы проживем. Половина, половина. Останавливается быстро, по сути. Давайте, подходите, твари. Давайте. О, их там еще просто. Смотрите, сколько их там, а. Какой-то. Чё вас так много-то, а? Блин, только одну смог рисовать. Спокойно. Спокойно, Игорёк, ты ещё сможешь продержаться. Блять, как же ты, какой же ты мудель. Охуенно! Блять, еще один. Зачем я применил? Надо было на этом применять. Охуеть. Я даже готов гниющее мясо брать. Получилось. Моя дорогая, ты понимаешь, у меня вообще хп нет. Дарья Наной! Кейра! Что дальше? Ну-ка. Что с тобой? Чепуха. Просто потратила слишком много силы. Так, только мог... Если ты не сможешь идти... Не бросай меня здесь. Я этого ни за что не сделаю. Хотел бы я сказать, что тут можно сделать привал. Знаю. Да, таким пьяным голосом-то ты... Нужно идти. Они заблокировали проход. Может, я попробую... Предоставь это мне. Погоди, мой дорогой. Кровь чудовища. Может, кровь чудовища можно выпить? Бутылка воды... Даже бутылочку воды надо мне выпить. Ну-ка, что у меня есть-то? Охереть, бутылочка воды у меня. У меня бутылочка воды. Просто обупенно. Спирт! У меня... Спиртяги, знаете сколько? Велоклан! Пойдем. Может, мы их еще догоним. Ты в этом уверена? Ну? Да, догоним! Я с таким... Спасибо за помощь, очень кстати. Каким хп-то, да. Все-таки хорошо, что я пошла с тобой. Ты бы без меня не справился, а? Ну, признай. Так, да, я признаюсь, конечно. Но, секундочку. Я только сейчас один понял, может нам алхимией заняться? Зеленый мутаген, что он делает? Ну-ка, вот, да, плюс 100 здоровья. Так, хорошо. В принципе, вот этого я и хотел сделать, но... Где там? И куда его прилепить можно? А, его даже непонятно, куда прилепить. Вот так вот? Ни хрена. Спиртягу выпил бы и все. Нет. Он ждет нас. А, он ждет нас. Как хорошо-то. Как его я буду убивать, я не представляю.
А, это другой. Надеюсь. Нет. Это тот. Ой, как хорошо я попал, а? Ты упрямый, Тхойна. Геральт, я помогу. Отойди. Хватит мной командовать. Диарма, интересно, насколько... У меня еще отнялись жизни. Тихо, мой братишечка дорогой. Ой, по-моему, вы мне хана, ребят. Один хп. Давайте критический урон по одному хп. Так, неплохо работаем, слушай. Давай, мы его атакуем. Мы его вообще неплохо атакуем. Конечно, он запустил вообще туда. Ну, ребят, а какой итог-то? Как вы по-другому-то хотели? Ребята, запомните. Ребята, я сейчас дам мудрый просто совет. Если написано черным по белому, в данном моменте зеленым на черном, рекомендуемый уровень 6, это значит, сука, надо на 6 идти. Если у вас 4 уровень, вам пизда. Если у вас 5, вам пизда. Если у вас 3, вообще полное. Если у вас даже 6, то, скорее всего, я еще не знаю точно. Это хорошо, что я на 10 туда не пошел. Я не представляю, что там. Не знаю, как тут качаться. Это просто ужасно. Угадайте, с первого раза угадайте, сколько раз я вот сейчас проходил вот этого гада. Сколько? Я же не прошел. 12 раз я его валил. Я так матерился. Я столько обругался. У меня вулкан просто бомбит. Я не знаю как. Но, в принципе, знаю. Знаю, как его сейчас победить. Потому что я восстановил хп. Я отрегенился. Давай, ублюдок, иди ты нахрен, Тхойне. Я надеюсь, там не Йорвит. За этой маской. Как вы видите, я, так сказать... восстановил все жизки. Итак, все легко на самом деле. Когда она атакует, надо быстренько вот так вот нажимать и отходить. Ну и, естественно, когда он замахивается, надо отходить. Опа! Мы видим, пока что все, план, так сказать, у нас работает. Но когда он вот именно к нам... не спиной, а именно перед ком, то, сами понимаете, тоже надо лучше обходить. Опа, критический урон. Так, сейчас... Это хорошо, что мы не прошли. Сейчас он восстанавливает жизни, как вы видите. Это нормально, это совершенно нормально. Тут у меня пукан так дико загорелся. Причем у меня жизни, сами помните, сколько было мало. Вот. О, ты, сука, ты маленькая... пелёхи, но... Видите, сука, эти маленькие крысы. Койна. Койна Гаврило. Так, что такое? Меня кто-то... Кот? Жизни, по сути, вот... Так, сейчас, секунду, у меня тут пролилось немного водички, но ничего. Тихо, я заметил тебя, девка. Уже ты так придрочился. Ты, блядь, что тут мокрое-то такое? Говнецо какое-то. Ладно, не говнецо, это чаек. Не подумайте, там что-нибудь такое. Я потратил 40 минут на это дерьмо. А на самом деле тут все легко проходит. Почему так происходит? Ну почему? Давай, бросай в него камни там. Электромолнии швыряй. Вот видите, какая хрень. Ну, это еще нормально. Бывают такие моментики. 39, попугай. Попугай, не знаю. Диабло.
Это что сейчас было? Так, вот. Лучше, чтобы она. Точнее, он спинкой. Тхойный этот сраный. Так, отлично. Как-то замахать. Это хорошо, что он. Кстати. Почему-то, я даже не знаю, почему. Не бросается ничем, никаким говном. Я очень счастлив, ребят. Я очень, ужасно счастлив. Вот посмотрите, сколько он нас отнял. У меня были полные. Полные хпшечки. Сейчас что? Сейчас он, скорее всего, будет опять восстанавливать хп. Я даже не удивлюсь, потому что я до такого момента еще даже не доходил, прикиньте. Вот. Очень надеюсь, что... Блять, сука, это такой фейспалм сейчас был. Ну, типа, видите, заставляет нас... Играй в Диаблу, а не в это! Диабло! Мы ему говорим, да что это за хер? 32, 32, да ты чё, охренел? Так, наша ведьмачка очень далеко, это очень плохо, на самом деле. Уходим. Давай, камушка. Ага, полетели, полетели. Маленькие девки, 139, а хорошо. А, представьте, если бы мы без нее дрались. Я не представляю этот бой. А, пошла в меня. Блядь, зачем же я... Сало. Там говорится, ваша сало хуй сосала. Поросенок Питер был. Ну, не подумайте там ничего. Давай, давай, гончая ебучая. Думал, вы уже, блядь, на меня хуй забили. Я смотрю, ты... Их, а тут две. Три? Стоп, а ты-то откуда выстрелился? Маленькая шалочка. Это же вроде критический удар. Ну, эти... следует маленькая шавка. Ага, замечательно. Так, и Диабло, точно. Вот с таким хп, да, Диабло. Так, у нас... А, у нас хп, кстати, восстанавливается. А, нет. Умеет бегать. Это тоже, наверное, умеет. Он немножко зол на нас. Папа зол. Стреляет с пушки днем. Папа зол. Так, сейчас у нас было до хрена моментов, но я... Как мудель, конечно. Спасибо. 36, это что ж такое? Я даже и так больше не ношу. Ой, не прижимай ты его! Ты красавица, какая молодец! Ну а так вообще не наносим урона. А, ну так я тоже молодец! Сейчас, подожди. Молодец. Да дай ему отойти, пусть он отойдет, пусть он отойдет. Либо, знаете, ребят, просто выходим сейчас АФК, она его мочит, но, естественно, такого не будет, потому что она не отнимает ему хп. А почему? Только отвлекающий маневр. Все. В прошлый раз меня так убили как раз. Ладно, будем так стоять, видимо, до вечера, я не знаю, вот так вот делать. По сути, отнимаются хп, видите, сами. Можем даже поближе подойти, не знаю, типа понаглеть. Видишь, Диабло, мы тебя даже не боимся, Диабло. Вот если ты подойдешь, мне пизда, может быть. Знаете, считаем, да, рассчитать можно.
Ох, гнусный же ты. Отлично. Блядь, вот это был близочка. Блядь, это уже было близко. Что ты бежишь, ты ведьмак? Что ты лицо красиво не держишь-то? Пожалуйста, умирай. Я не хочу, не хочу умирать! Нет, видите, он в защитной стойке. Нельзя его. Так. Могут следствия плохие. О, спасибо. Ты чё ко мне стал подходить-то? Ну-ка, прижался! Я боялась, что... Не надо за меня бояться. Ты сука, блядь! 250 опыта! Да вы издеваетесь надо мной, что ли? Это даже не хватит! Я не знаю. Зираэль, здесь больше небезопасно. Не задерживайся здесь. Не верь никому. А больше всего берегись ведьм с кривоуховых топей. Постарайся добраться туда, где мы в последний раз были вместе. Где мы в последний раз были вместе? Не слишком-то много. Проклятие. Ну, может, на кладбище? Может, и хорошо, что он не оставил более определенного послания. Если бы охота сюда ворвалась, они бы тоже нашли эту проекцию. Они обыскали все. Будь у них больше времени, они бы тут камня на камне не оставили. Это не отменяет того факта, что мы так ничего не узнали. Ни об эльфе, ни о Цири. По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют вместе. Да. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топей. Кира, если ты что-то скрываешь... Но я же не говорила... Так. Ты знаешь этих ведьм? Ну-ка. Никогда их не видела, но читала о них. В старинной рукописи я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховые топи. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают. Ну, это бухнуло. Именно они остановили мор в Велине. И что ты об этом думаешь? Я бы назвала это россказнями старых баб, но... Когда я только приехала в Велин, первые дней 20 мне снились... отвратительные кошмары, что-то призывало меня на болото. Однажды ночью я ввела себя в сон наяву. И... столкнулась с этим. Я сразу прервала контакт, с тех пор тишина и никаких скверных снов. Так, как найти их? О, еще и эти. Как мне их найти? Болото обширно и опасно, но, похоже, ведьмы указывают крестьянам нужные тропки. Книга велит отыскать часовню на кривоуховых топях, а потом идти по следу сладостей. Сладостей? А, точно. В Каэр-Морхене не читают детям сказки на ночь. Все нормальные люди знают, что ведьмы живут в пряничном домике на курьих ножках. Посмотрим, как они там живут. Возьми книгу, почитай. Я правда верю, что ты найдешь Цири. Ладно, тогда давай для начала поищем выход. Хорошая мысль. Так, давайте зачем искать тогда... Зачем мы вообще пришли? Да, зачем мы вообще пришли сюда? Я не понимаю! Искать сведения касается... А, стоп, может, что-нибудь найдем. Так, вот это что такое? Старшая кровь? Нет, это не то. Что-то тут должно быть. Так, продадим, либо что-то. Таинственный чародей-травник. Таинственный чародей-травник. Да. Не только, еще и бомж при том. Посмотрите на эту лежанку, да? Как-то вот. Что это? Зелье, которое я ему дала. Похоже, оно ему пригодилось, он его выпил. Так, а что еще?
Там что-то, блин, есть. Легенда о медведе, Миша. Грибы, шибальцы. Что ж такое там? Зачем они мне? Так. Понятненько. Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Проекция, да, какая-нибудь? Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и взяла с собой это. Ой, мне кажется, она... Это? Глаз Нихален. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери. Может пригодиться. Кроме того, используя его, ты же будешь думать обо мне. Спасибо. Окей, намек-то хороший. Намек-то хороший был. Как бы. Просто, правда? Следуй за Кирой. Посмотрим, куда ведет проход. Сейчас сохранить игру невозможно. Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, еще же магический светильник. Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. И коль скоро он вряд ли сюда вернется, я попробую найти его сама. Если только смогу, ты поможешь? Так. Ну, конечно, помогу. Ладно, помогу. Отлично, тогда пойдем. Вот, блин. Виолаглан! Здесь мы точно что-нибудь найдем. А там... О, 350, неплохо. Да, приключения на жопу, например. Похоже, очередная загадка. О, нет, только не загадки, я ненавижу. И неплохо горит. Подожди. Что-то произошло. И правда, как будто за стеной что-то сдвинулось. А, не... Ой! Теперь я все понял. Так, что там против них срабатывает? Одни вроде, да? Блин, мне бы сейчас 5-й уровень как раз под... Кажется, мы сделали что-то не то. Да я понял, что надо делать. Спокойно, следи за мной, что я делаю. Раз, вот так вот. Ну и ту. Геральт! Получилось! А ты не верил. Чья это могила, как думаешь? Жаль, что надписи нет. Знак чайки. Если бы я не знал, где похоронена Лара Доран, то предположил бы, что это ее гробница. Может, это просто памятник? Эльфы не стали бы увековечивать память о ней таким способом. Для некоторых она героиня трагической легенды, но большинство считают ее предательницей, которая получила по заслугам за свадьбу с Крёгининым из Лёда. Может быть, этот эльф в родстве с Ларой? Ну, это объяснило бы, зачем он помогает Цири. Возможно. Это ищешь? Ага! И что она делает? Надеюсь, я смогу его включить. Ну что, пойдем отсюда? Так, не пойдем. Погоди, тут что-то еще интересное есть. Так, опа! Нашли хоть какую-то интересную штуку. Броня плюс 10, но... Что-то тут... Сравнить, во! 15... Во, наконец-то! Вот это уже другое дело. Так, еще у нас, смотрите, какой-то новый меч... 31, 39 плюс 25 дополнительного урона. Смотрите-ка, стоит он побольше, я бы сказал. Ну-ка, меч воина дикой охоты. Раз дикой. Черт. Дикая девка. Давайте его возьмем. Так, у нас пока 4 уровень, к сожалению. Но хотя бы, когда там 5 будет. Я так надеюсь. Так, ну и все, пошлите отсюда. Легкая загадка-то была. А, погода, сейчас час ночи, дождик. Идем? Так, идем. Здесь пригодится глаз Нихалены. Вот
так бы просто было бы. Кто-то наложил иллюзию. Смотрите, там какие-то твари. Наконец-то. Но дело того стоило, правда? Ты все-таки узнал что-то о Цири. Что-то важное. Ты собираешься на Кривоуховой топе? Потом обязательно мне все расскажи. Не знаю, представится ли случай. Геральт, мужчины делятся на тех, кто использует случай, и тех, кто этот случай создает. Я всегда была уверена, что ты принадлежишь к последним. Кроме того, я хотела тебя кое о чем попросить. Ну, так что, ты еще заглянешь? Так, ну-ка. Конечно, я тебя навещу. Я буду ждать. Будь здорова, Кейра. За все хорошее, конечно, надо платить, ты что? Прямо сейчас и пойдем. Так, сохраняемся. Нет, невозможно. Водочка тут какая-то. Черт, твари там. Сто. Приглашение от Кейры нет. Так, и что это? Поговорить с Кейрой. Ну-ка. Ай. Что тут написано? Совместное приключение в укрытии эльфского чародея сблизили. Опа. Так, вот это уже хорошо. Ну-ка, пойдемте. Я готов. Только... Как нам тут... Да ладно. Слушай, ты меня-то с собой не могла взять? Смотрите, как я сейчас буду добираться. Так, ну, на коняшке это как-то глупо, так что давайте на лодочке. Это сделать невозможно. А когда возможно? Так, нырнуть будет. И чё? Я чё не могу-то? А вот. Так, где-то гавани. Погнали, блин. Я уж с рождения знаю, как управлять лодками. Чёрт возьми. О, как машинами. Налево, направо. Так, единственное, они по суше. По суше не гоняют. Застревают что-то. Ну и по мелководью. А некоторые вообще маленькие лодочки, так сказать, врезаются в айсберги. Ну, не такие маленькие. Я про Титаник говорил. Но это не важно. Вот. Единственная вот проблема, что реально быстрого перехода надо искать вот эту точку. Ну, в принципе, неплохо. Быстро движемся. Смотрите-ка. Уже 200 нагнали. Да? Да, неплохо. Даже сохранимся. Давайте. А что сейчас будем делать? Смотрите, у нас 4-й уровень. Я сейчас думаю, либо дополнительное задание какое-нибудь еще взять, либо опять идти. Но мы опять же будем херню страдать. И мало того, что будем страдать ею, я имею в виду про то, что 6-й нужен, да? А мы на 4-м. Так вот, будем получать только люлей. Я вот про что говорю. Поэтому надо как-то вот что-то делать. Вот что? Ну топцы сраные, а? Господи, когда же мир избавит вас от присутствия? Так, отлично. Мы, кстати, практически уже приплыли. Там красавцы-утопцы ходят, не знаю, что они там забыли. Так, ну вот, лодки повреждения, она уклонит. Что, она уклонит может? Держит, вперед! Нормально плывем! Что, ненормально? Ой, утопцы-то, конечно, сразу. Покушать-то бы! Эти в жопу, поняли? У меня сейчас секс будет, а вы тут... Хуйней страдаете. Зедры-то сраные, а. Сами идите дрочить там свои маленькие писюшки. Я сколько переплыл, сколько ждал. И не дай бог, это будет не секс. Я скажу, ах
Ты, зачем сука, ему иди, были нужны крысы? Иди сюда, сейчас хоть правый, хоть сучий левый. Ну как я тебе, ну как? Какого хуя? Я не думал, что тут групповуха будет. Гера? Что ты тут делаешь? Геральт, ну ты меня и напугал. Ну нет, колдун говорит, принеси мне крыс, только чтоб здоровые, а не у кота из глотки выдавленные. Это светильник из эльфской шахты? Что там насчет крыс? Ах, ничего серьезного, потом объясню. Сначала скажи, что тебя привело. Что? Так, я бы что-нибудь купил? Да, вот это пиво. Явно от прежней колдуни тебе досталось порядочно, рухляди. Это еще мягко сказано. Хочешь взглянуть? Да, с удовольствием. Это, знаете, пикап от Геральда. Купи что-нибудь. Ласточкина трава, кстати, она бы нам пригодилась. Нам не это надо. Так, яд. Ну, это нет. Это не стоит покупать. Ого. Туща. Нет, у меня, видите, нет того, чего я ищу. Кстати. Старшая кровь. А, свиток масла против. Нам же нужен, кстати. Я, походу, понял, как нам изучить. Давайте-ка купим, знаете что? Давайте вот это купим. Посмотрим, что это такое. Я даже не знаю, но это позже. Вот ты мне вот это скажи. Ты говорил, у тебя есть какая-то просьба? Да, есть. Ах ты же слышала, сука! О проклятом острове на озере Моречка. Про динамило. Мужики постоянно о нем рассказывают. Говорят, мол, там призраки обитают. И будто живым оттуда никто не возвращался. И что за проклятие на этом острове? Этого-то я и не знаю. Я должна его снять, а не смогла даже источник найти. Что-то же ты знаешь? Ну, проклятие как-то связано с башней. Там после нападения Нильфгаарда укрылся Всерат, властитель этих земель. В деревне, говорят, крестьяне с голоду поплыли на Коломницу просить еды. И их там перебили. О-о-о-о. Ты поможешь мне снять это проклятие? Я знаю, ты в таких вещах мастер. Очень тебя прошу. Ах, сука, если ты в конце концов не отплатишь мне, я... Я тебе помогу. Я скажу... Я знала, что это дело тебя заинтересует. Тебе, разумеется, придется сплавать на Коломницу. Я счастлив. И что мне там делать? Сперва установи контакт с духами, которые блуждают по острову. Возможно, они подскажут, как найти источник проклятия. Думаешь, они окажутся настолько общительными? Да, если ты возьмешь мой магический светильник. Потом можешь оставить его себе, в награду. Ты сам увидишь, вещица эта весьма полезная. Куда я ввязалась? Как действует светильник? Берешь и светишь, или нужна какая-то магия? Просто поставь его в месте, где лежат кости, и услышишь шепот. Только это не всегда приятно. Могу представить. Я потом тебе все расскажу, исключая шокирующие подробности. Тебе не придется ничего рассказывать. Я дам тебе ксеновокс. Он позволит нам общаться на расстоянии. Ты будешь описывать, что видишь, а я смогу подсказать, что делать и на что обращать внимание. На манду похоже. Так, я отправляюсь. Скажешь еще что-нибудь полезное? Пожалуй, нет. Ну, иди уже. Мне страшно интересно, что ты узнаешь на Коломнице. Так что потом обязательно ко мне загляни. И, Геральт. Спасибо. И все. Ну, крыса, если... Я просто тебя убью, честное слово. Возьму и задушу.